Как вы считаете, почему о морской пехоте обычно вспоминают, когда стране очень тяжело? Молниеносный захват оккупированного врагом острова, взятие заминированного и перетянутого колючкой побережья или разгром военно-морской базы? Быстро и качественно решить эти нетривиальные задачи зачастую под силу лишь морпехам. О морской пехоте обычно вспоминают, когда стране очень тяжело, когда как следует прижмет, отмечает бывший командир десантно-штурмового батальона морских пехотинцев, герой России полковник Виктор Вдовкин. К слову, такое в истории России бывало уже не раз. Приветствую, на связи Нью-Солдат. Сегодня расскажем о самых легендарных операциях русских морпехов. Поехали! И начнем с более близкой к нам истории. Изначально в составе вооруженных сил Советской России морпехов как отдельного рода войск не существовало. Руководство страны, занятое гражданской войной и индустриализацией, не видело в них необходимости. Приоритетными в то время являлись бронетанковые и военно-воздушные силы, а на флот, по сути, возлагалась вспомогательная функция. Лишь в июле 1939 года на Балтике сформировали отдельную специальную бригаду. Зимой 1940-го она получила название 1-й бригады морской пехоты. Это соединение принимало активное участие в Советско-финской войне. Его личный состав участвовал в десантах на острова Гогланд, Сескар и другие. Тогда и стало понятно, что такие войска СССР необходимы. А Великая Отечественная война лишь подтвердила этот тезис. Феодосийский десант 1941 года был, пожалуй, самой страшной и героической страницей истории советской морской пехоты. Можно ли высаживать десант в Зимнем море среди льда? По идее, нельзя, но, как оказалось, иногда приходится, потому что нужно. После потери Крыма советское командование решило попытаться его отбить. Всего за две недели была подготовлена дерзкая десантная операция. Две армии, 44-я и 51-я, 82 тысячи человек, должны были ворваться в Феодосию и Керчь и вышибить нацистов с Керченского полуострова, создав противнику фланговую угрозу и ослабив его натиск на других участках фронта. Для этой задачи отводилось 78 боевых кораблей и 170 транспортных судов. В первом эшелоне высаживалась половина наличных сил, около 40 тысяч солдат и офицеров. Из них 23 тысячи – Феодосии. Немецкое командование не ожидало такого безумия. Ведь никто не высаживает крупные десанты зимой. Это против всех правил, это невозможно. В ночь с 28 на 29 декабря в гавань Феодосии ворвались советские корабли первой волны. От крейсеров до катеров. Они самым дерзким образом высадили в порту 600 десантников, овладевших маяком, молом и другими объектами. Следом пошли транспорты, с которых в Феодосию хлынул поток советских войск. Бои шли с 5 утра до 6 вечера. Разгром был внезапным и полным. Множество немецких и румынских солдат даже не успели одеться и взять оружие. В Керчи несколько ранее успех дался не так легко. Десанту пришлось высаживаться не на пирсы, а брести к берегу по грудь в ледяной воде. Первая вспомогательная в рамках операции высадка в Керчи заставила вермахт бросить силы именно туда. Советские войска, овладевшие Феодосией, создали идущим и уже пришедшим в Керчь немцам и румынам опасную фланговую угрозу. Хотя соотношение сил было вполне сопоставимым – 35 тысяч в обороне против 80 тысяч в десанте – во избежание окружения командующий 42-м корпусом вермахта граф фон Шпонек принял единственно верное решение – все бросить и удирать. Нацисты и их союзники выскочили из готового захлопнуться котла в последний момент, бросив все тяжелое вооружение. Как вы считаете, друзья, возможна ли была та победа без участия морпехов? Высказывайтесь в комментариях под видео по этому вопросу, а мы идем дальше. Черная смерть. Еще одной из первых героических страниц в истории советской морской пехоты стал знаменитый Евпаторийский десант в январе 1942 года. Тогда 56 морпехов под началом капитана Василия Топчева высадились в Крымской Евпатории. Отряд разгромил жандармерию, полицейское управление, уничтожил немецкий самолет и несколько кораблей и катеров противника. Важнейшей частью операции стало освобождение пленных. Вернули 120 человек и без потерь ушли в Севастополь. Советское руководство оценило результаты вылазки и спустя несколько дней решило устроить новую операцию, более масштабную. 5 января 1942 в Евпаторийском порту высадилась вторая группа под командованием все того же капитана Топчеева. Однако далеко она не прошла. Немцы разгромили наших ребят, а прибывшую на выручку группу разведчиков прижали к морю. Победивший дракона.
досталось от советских морпехов и японцам. В годы войны с Японией огромную роль сыграла морская пехота Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии. Бои часто велись по прорыву готовившейся и совершенствовавшейся годами обороны Квантунской армии. Так, в первый день маньчжурской операции 9 августа 1945 года десант из бойцов 630-го стрелкового полка был высажен в городе Фуюань на Амуре. Этот населенный пункт был частью мощного укрепрайона Квантунской армии на Амуре в 60 километрах от Хабаровска. Город был полностью взят под контроль в тот же день. При этом были захвачены значительные трофеи, в том числе 5 складов и 1 сторожевой катер. Войска 15-й армии начали переправляться на южный берег Амура. Советские дивизии с боями пошли вглубь Маньчжурии. Добавим, что при взятии Фуюаня героически погиб старшина первой статьи Николай Голубков, который первым ворвался в один из японских дзотов. На месте его гибели местные жители установили памятник с надписью «Человеку, победившему дракона». Демонстрация флага. В годы Холодной войны морская пехота СССР тоже не сидела сложа руки. Многие из их операций остаются под грифом «секретно». До сих пор нет достоверных сведений о прямом участии морпехов в боевых действиях. Тем не менее, известно, что бойцы ВМФ СССР привлекались для помощи некоторым арабским государствам в их противостоянии с Израилем, завершившимся 6-дневной войной. В частности, 309-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота, дислоцированный в Севастополе, в начале июня 1967 года был переброшен к берегам Сирии. Первоначальной задачей подразделению была поставлена высадка в портах для поддержки правительственных войск в случае дальнейшего продвижения израильских войск на голландских высотах. Но в связи с прекращением боевых действий группа десантных кораблей убыла к берегам Египта в стратегически важный порт Саид для его обороны. А с мая 1969 года, в связи с дальнейшей эскалацией арабо-израильского конфликта, командование советских вооруженных сил сформировало сводный усиленный батальон морской пехоты для охраны порт Саида. В то время город был одним из пунктов дислокации Средиземноморской эскадры ВМФ СССР. Друзья, как вы считаете, стоило ли СССР ранее, а теперь России, использовать своих морпехов для, по сути, решения проблем других стран? Высказывайтесь в комментариях под видео по этому поводу. А мы продолжим. Андреевский флаг над дворцом Дудаева. Российские морпехи неоднократно участвовали в вооруженных конфликтах и после распада СССР. В дни Первой чеченской кампании солдаты и офицеры 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты вместе со спецназом и мотострелками принимали участие во взятии Грозного. Фотография Андреевского флага, развевающегося над дворцом Дудаева, обошла после победы все мировые средства массовой информации. Затем сводный батальон участвовал в боевых действиях в Веденском, Шалинском и Шатойском районах Чечни. В общей сложности он провел в боевых действиях около полугода и был выведен из Чечни 26 июня 1995 года. В сентябре 1999 года морпехи вернулись на Северный Кавказ, чтобы продолжить сражение с боевиками. На абордаж. Российские морпехи вносят свой вклад и в борьбу с пиратством, регулярно патрулируя Аденский залив. Один из самых известных примеров случился в 2010 году, когда 5 мая был захвачен российский танкер «Московский университет». Если бы они знали, что их ждет, то покинули бы Московский университет как можно скорее. Во время атаки капитану танкера удалось выйти на связь с большим противолодочным кораблем «Маршал Шапошников». С его борта на разведку немедленно вылетел вертолет. А сутки спустя к танкеру подошел и сам БПК. Морпехи на скоростных моторных лодках быстро добрались до захваченного судна и вскоре взяли его под контроль. На этом все о самых легендарных операциях морпехов современности. Однако наш рассказ был бы неполным, если бы мы не вспомнили о более старых, но не менее славных их достижениях. Итак, копнем немного глубже в историю. Морпехи Северной войны. Одним из первых сражений морской пехоты стала битва при Гангуте в 1714 году. В том сражении основным приемом флота Петра стал старый добрый абордаж. Вели его с борта грибных судов как солдаты обычных пехотных полков, так и морские солдаты. Они шли в атаку с отчаянностью, поразившей видавшего виды русского императора. Воистину нельзя описать мужество российских войск как начальных, так и рядовых,
Понеже абордирование так жестоко чинено, что от неприятельских пушек несколько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховым от пушек разорваны. В конце Северной войны 20-тысячный десантный корпус генерала-адмирала Апраксина принудил Швецию к заключению мира посредством десятков десантов. От окраин до пригородов Стокгольма. Шведская армия ничего не могла сделать с этими стремительными рейдами, а шведская эскадра при попытке перехватить десантные силы при Игрингаме оказалась бита еще сильнее, чем при Гангуте. Все тем же старым добрым абордажем русской морской пехоты с галер. Не спасла даже помощь британского флота, правда, в основном моральная. Стокгольм счел за благо сдаться и подписать нештатский мир на русских условиях. Кстати, эта победа была отмечена возведением триумфальной арки с изображением орла, держащего в когтях слона, и надписью, которая гласила «Орел мух не ловит». Архипелагская экспедиция. Османская империя, поверив посулам французских дипломатов и участников Барской конфедерации Речи Посполитой, в 1768 году объявила России войну. До появления термина «стратегия непрямых действий» оставалось еще очень много лет, но ее уже тысячи лет применяли все толковые правители и полководцы. «Почему бы не ударить османам куда-нибудь с черного хода?» – подумали братья Орловы, фавориты государыни Екатерины. Ведь в Греции и на Балканах множество православных людей, которые спят и видят свержение турецкой власти. Россия не имела тогда флота ни на Средиземном, ни на Черном море, зато имела немало кораблей на Балтике. И вот граф Алексей Орлов отправляет к берегам Древней Эллады четыре балтийские эскадры, два десятка линейных кораблей, множество кораблей поменьше и 8000 морпехов. Эффект оказался впечатляющим. Балканские и греческие берега запылали. К русскому флоту присоединились местные повстанцы, по совместительству лихие пираты и контрабандисты. Вместе русские морпехи и православные пираты учинили множество высадок, разгромили турецкие гарнизоны и освободили острова архипелагов Эгейского моря, где под покровительством России возникла Греческая республика. В те годы русская морская пехота в компании греческих и черногорских корсаров высаживалась даже в Бейруте и поднимала над этим древним восточным городом имперский триколор. Все это вкупе с успехами на других фронтах привело к очередному фееричному разгрому османов и укреплению русского господства на черноморских берегах. Взятие Корфу. В последние годы 18 века против амбиций Французской республики объединились даже старые враги – Российская и Османская империи. В августе 1798 года адмирал Ушаков вывел русскую эскадру через ставший союзными водами Босфор в Эгейское море, попутно взяв под свое командование турецкую эскадру Кадырбея и приступил к ликвидации французских островных гарнизонов. Русские десанты овладели островами Китирой, Закинфом, Кефалонией и Левкасом, после чего Ушак-паша занялся самой мощной французской крепостью на театре военных действий. Она располагалась на острове Корфу. После занятия русскими десантами части позиций на острове и полугодовой осады на подмогу прибыли турецкие войска и албанские повстанцы-корсары. Тогда адмирал Ушаков бросил флот, морпехов и корсаров на укрепление Корфу. Корабли объединенной эскадры подавили мощные береговые укрепления острова, а русско-турецко-албанский десант в серии кровопролитных штурмов взял один за другим бастионы острова. А ведь они считались практически неприступными. Оставшийся французский гарнизон счел за благо капитулировать. Победа на Корфу произвела такое впечатление, что Ушаков получил звание адмирала и высшие награды Российской и Османской империи. А Суворов сожалел, что не был при Корфу, хотя был мичманом. В целом история российской и советской морской пехоты знает множество других крупных свершений, помимо тех, о которых мы вам сегодня рассказали. Нельзя не вспомнить высадку на Шумшу. Были операции второй архипелагской экспедиции, белые и красные десанты в годы Гражданской войны, сотни больших и малых десантов Великой Отечественной. Большой пробел в истории российской морской пехоты наблюдался разве что в XIX веке, когда страна была больше увлечена континентальной экспансией. Но и тогда импровизированная морская пехота из экипажей кораблей сыграла большую роль в Крымской войне. Не приходится сомневаться в одном – в нашем неспокойном мире морскую пехоту России ожидает еще немало славных свершений. На этом все. Если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то не скупитесь на лайки и комментарии.
А также не забудьте перед уходом нажать на значок колокольчика в правом верхнем углу экрана, чтобы в следующий раз уже в числе первых увидеть наш свежий выпуск, который, к слову, выйдет уже совсем скоро. До встречи, друзья!